Крупные банки, которые имеют значительное количество точек во всех регионах Беларуси, откроют кассы для размена банкнот старого и нового образцов на монеты в своих расчетно-справочных центрах. Эту работу активно проводят Беларусьбанк, БСП, Сбербанк и другие банки. Ранее Минторг сообщил, что до 31 декабря 2016 года банки будут бесплатно разменивать банкноты старого и нового образца на монеты. А магазины в течение этого срока могут выдавать сдачу любым деньгами. В банках сейчас идет активная подготовка к деноминации, а торговля переписывает ценники на товары. Напомним, 1 июля в Беларуси будет проведена деноминация. Так, нынешние 10 000 рублей будут равны 1 рублю нового образца.